Человеческий волос состоит из стержня и корня. Стержень волоса – это его видимая часть, а корень находится под кожей, в волосяном мешочке. Нижняя часть волоса называется луковицей или волосяным фолликулом. Именно за счет нее происходит рост волоса. За цвет волоса отвечают клетки меланоциты, расположенные в луковице. Они синтезируют волосяные пигменты – черно-коричневый эомеланин и желтый фиомеланин. Их сочетание определяет цвет волос, а сами меланоциты образуются из стволовых клеток. С возрастом волосяные фолликулы изнашиваются, уменьшается количество меланоцитов, а также из стволовых клеток. Кроме того, в волосе появляется большое количество воздушных пузырьков, из-за чего волосы обесцвечиваются изнутри и становятся серыми, а затем и полностью белыми. Время начала этого процесса заложено в генах, поэтому предотвратить процесс поседения невозможно. Известны случаи, когда люди сидели за очень короткий промежуток времени, после какого-нибудь сильного переживания или стресса. Механизм этого явления пока не изучен, однако известно, что только мужчины становятся седыми из-за стресса. Также они в принципе сидят гораздо раньше женщин, и виновата в этом генетическая предрасположенность, которой пока что ничего нельзя поделать.